сюда культурно отдохнуть, то есть послушать музыку. Но вместо культурного отдыха получилось черт знает что. Противно вспомнить, когда заиграл ансамбль, полосатые юнцы начали бежать, трястись, как ненормальные. Нормальных людей в зале раз-два не обчелся. Ушли мы оттуда, как оплеванные. Хотя нам по 45 лет, мы не считаем себя старыми или отставшими от жизни. И все же нам непонятно, как может подобное просящий риск и рев звучать со сцены. Объясните, пожалуйста, зачем и кому нужно это искусство? Что этот вечер оставит неизгладимые следы у вас на барабанных сидерепонках. Сюда лучше не ходить. Это очень вредно, мать его. Это просто пипец, какой вредный концерт. Я надеюсь, что у тебя на лице навсегда останутся воспоминания об этом. Морщины пролягут, и даже детям. Ты будешь рассказывать, как с юбилеями сгонял. Короче, зрительный зал. У меня есть еще одна идея, даже пизжи. Давай, если ты как лимон не выжат, наконец-то собери силы в кулак и танцуй наконец-то. Вот-вот, наконец-то затихнет наш тяжелый рок, и настанет пора
наконец-то в кармане найти номерок и пойти наконец в гардероб. Сказать, дайте мне куртку, надоел хип-хоп. Я топ домой. И я надеюсь, вы готовы согласиться со мной, что позже это пати все-таки не может быть продолжено. Давайте потихоньку подкожим мы, что мы получили за эти 15 лет. Я накидался до времени один куплет. Не 21, не 41 вообще-то, но тем не менее многие папки пучеты. Остались только сутки, ты за 15 годиков. И мы сегодня продемонстрировали вам логику, а также то, что мы умеем делать на ходу. Я надеюсь, что вы тут имеете в виду то, что все сочиняется в этот момент самое. Я надеюсь, концерт этой концертной программы мы все-таки почувствуете, ребят, экстаз. Спасибо каждому, кто там сегодня подсказал пляс. Спасибо вам за то, что под нас били бас. Мы уходили в полнейший расколбас. Ну а сейчас настало время всех поблагодарить. Итак, Александр Кислинский, вот так, смотрите. Он стоит на сцене, невероятно переплетает своим талантом данные ему невероятные умения, облекает музыкальные произведения. Елозит своими пальчиками, колбасками по грифу и сопровождает мои рифмы невероятно глубокими звуками, низкими частотами. Давайте, благодарите, не будьте задоволены. Сашке Парике хотя бы слегка. У него натруженная амазонистая рука. Причем не одна, а целых две. Он использует их по назначению. На выступлении он, конечно, всех затмил своими умениями, но сейчас мы аплодируем этому гению и переходим к следующему супермузыканту, который делился с вами своим невероятным талантом. Да, это Владимир Зиновьев. Он пролил сегодня немало пота и крови для того, чтобы вы качали своими головами. Итак, я надеюсь, что мы с вами поблагодарим его, как подобает, друзья. Итак, наконец-то нас добылась неся до этого замечательного момента. Орем все вместе. Вот, давай, это последняя песня. Это последняя песня. И больше не будет никаких сегодня песен под обманом. Это последняя песня. И больше не будет никаких сегодня песен под обманом. Человек, благодаря которому наш рэп-глобус вращается непрерывно, подставляя нам лучшие места. Он сопровождает каждый фристайл. Его уста могут делать битбокс. Иногда он выходит туда, для него как играть в сокс. Просто сменить инструмент и сыграть вам на гитаре. А как он невероятно на пластинках жарит виниловые стружки, тут у него все засыпано. Дорогие друзья, вы его видели в клипах, но если вы видели его живьем, вы это не забудете. Итак, большой привет Владимиру Путину, который лично приехал посмотреть сегодня на диджея Стаффорда. Дрожат от страха там, все, кто пытается сразиться с ним в этом номинации. Дорогие друзья, информация такая, что надо поаплодировать ему, что есть сил. Это бессменный диджей Noise MC. Мы с ним такого еще, если честно, наворотим. Давайте, гопайте, дяди, гопайте, тети. Спасибо всему этому гигантскому стадиону за то, что вы сегодня содрогались так нашему музону. И я хотел бы представить людей, которые за сценой и чьи усилия бесценны. Итак, Андрей Шенкевич, наш техник гитарный. О, без него мы были бы группой бесстатной. И те крохи, которые у нас получаются, это благодаря ему. И это посвящается именно тому человеку, который все чинит. Этому рукастому мужчине, который уже не один катаклизм предотвратил глобальный. И также мы хотели бы респект реальный передать Роману Кравченко, что танцы бунтом. Он не оставляет свои дела на потом. Он настроил этот звук, который так качал. И я бы хотел, чтобы громкий аплодисмент прозвучал. Чтобы школа аплодисментов питерских наконец-то ему посоветовал, как быть, блин. Наконец-то покурить, а то он уже устал. Ром, для тебя это фристайл. Это последняя песня. И больше не будет никаких сегодня песен под обманом. Это последняя песня. И больше не будет никаких сегодня песен под обманом. Это последняя песня. И больше не будет никаких сегодня песен под обманом. Под обманом. Под обманом. Под звуки данного бита я посвящаю эти строки человеку, который на репитер никогда не кладет ноты и обладает голосом великолепным. Сегодня он не стопил меня своим рэпом, точнее не рэпом, а он вокалист, короче. Я хотел бы, чтобы вы буквально до часа ночи хлопали Валерию Юнусову. Он выходит сюда на сцену, он моя муза, одна из самых главных и самых больших. Без тебя, братан, каждый день как удар под дым. Здорово, что ты пришел на это шоу. Он там где-то ходил, тянул капюшон и самые-самые сложные вопросы решал. Поэтому давайте больше аплодисментов, зрительный зал. Но я еще, если честно, не про всех сказал. Потихоньку вырастает сластей накал. И я хотел бы поблагодарить менеджмент наш замечательный, который устроил это мероприятие. Это Лиза Коровина, Лена Савельева и Дима Байкин. Благодарю вас, мои зайки, похлопайте им тоже. Они до сюда, может, и не дойдут, но невероятен их труд. И именно поэтому мы здесь рубимся на полную. Многие в зале уже отпускают полные. Сейчас
все предельчик, еще разок спою, а людей там воздух тьма целая, мать твою, которая трудилась, чтоб вам весело тут было. Ну что, в руке парень, что из силы? Это последняя песня, больше не будет никаких сегодня песен по домам. Это последняя песня, больше не будет никаких сегодня песен по домам. Это последняя песня, больше не будет никаких сегодня песен по домам. Это последняя песня. Респект Саше Джисусу, который сделал это видео. Респект человеку, без которого бы вы не увидели наших лиц в нужном свете. Я, если честно, за свои слова в ответе. Это Виноградов Ванек. Спасибо большое за весь этот тяжелый рок. И если вам не вдомек, почему мы такие красивые, нас одел Леонид Алексеев, и мы тоже передаем за эту затею гигантский респект. Я кого-то забыл наверняка, и у меня уже тянется рука в карман, чтобы записку зачитать, но там ничего нету, поэтому на 5 остается только с минусом стать этот экзамен. Спасибо большое, Питер, что рубились тут вместе с нами. До свидания. До новых свиданий. Респектует вам, Ваня. Это последняя песня.